с вами Василиса. Сегодня я приглашаю вас на посетить Европа Парк. Европа Парк знаменит тем, что он как Диснейленд, как Universal. Я думаю, что вы видели мои видео американские. Надеюсь, что вы их видели, тут которые были снимались давно. Тут много аттракционов, да. И я хочу с вами поделиться этим веселым днем. Тем более так получилось, не специально, но у меня сегодня день рождения, и мы приехали отмечать его здесь. Кстати, очень, ну как бы ради детей, мы с друзьями, поэтому так получилось. Так что хочу с вами поделиться этой немножко радостным событием с вами. Смотрите, как классно. Это Германия, это начало этого парка. Здесь есть Русланд, Россия, Ирландия, Финляндия. Кого здесь только нет. Так что приятного просмотра. Опа, парк. Да, на Микки Мауса что-то среднее. А вот паркинг, видишь? Паркинг. Мне кажется, все платные будут паркинги. Машины стоят. Паркинг, паркинг. Почему-то американские горки. Вот ездит. Вот ездит, да. Ой, Ярик. Бешеная скорость. А вот раз, два, три, четыре, да? А вот вход, да? Такой скорости едет. Да, понятно, большая. А вон лодка, вон лодка, смотри. Слушайте, вы помните в Америке, когда мы тоже на эскалаторах ездили, вот так подъезжали, подходили? Дамки? И музычка, реклама. А вот здесь эта горка сумасшедшая, вот она. Ну не знаю, у меня сердце точно лопнет. Русланд, смотрите, есть Русланд. Сейчас нам дадут карту, тикет, отдельно покупаешь. Вот, а нас спокойно, мы прошли, и мне даже сумку не дали просматривать. Вот он, Европа Парк. Музычка играет. Достаточно мило. Скелеты стоят, не знаю. Я такое не люблю. Мумии всякие, это не для меня. Краны постоянно везде, потому что немцы что-то достраивают постоянно. Конечно, в этих парках всегда необыкновенная красота. И пока я сказала бы, только мы зашли, что в Америке круче. Но здесь, представляете, дизайн какой. Здесь, конечно, много магазинов будет, сувениров везде. Но действительно поражает. Очень круто сделано все. То есть вот это же все построено, сделано. Оно... Да. Большие шары какие-то на деревьях, видишь, сделаны. Классно. Леонард, ну там сувениры. Нам пока они не нужны. Сувениры пока не нужны. Да, 132 евро. Двое взрослых, хотя сказать, двое детей. Двое взрослых и один ребенок. 5 лет. Ярик, смотри, какой фонтан. Можно посидеть, порелаксовать здесь. Кукурузка. Сейчас как раз сбор кукурузы. Вернее, ее оставили уже ту, которая дозревает для семян. Круто. Смотрите, что я нашла. Это вход, мы уже зашли, а это я пошла в туалет, если честно. И смотрите, здесь всякие немецкие певцы, немецкие бенды, всевозможные, кто здесь был, причем английские здесь есть, американские, австрийские, немецкие, итальянские певцы. То есть те, кто здесь был, они оставляют свои отпечатки пальцев. Французский, марокканско-немецкий. Интересно, норвежский певец. Огромная карта, и вот, допустим, вот мы сейчас вот здесь находимся, мы зашли как только сюда, во-первых, в Германию, можно сесть на поезд, вот он, и объехать все. Дальше, что здесь еще? Вот страны, да, Ирландия, да, Греция, да ты что, Россия, то есть он вообще реально огромный. Вот здесь этот озеро есть, Игорь. В общем, он реально огромный, этот парк. И сейчас этих тыков, я не знаю, сколько их здесь, миллионов этих тыкв, но их очень много. Мы находимся в Германии. Отдел Германии. Клоуны ездят везде на велосипедах. Ну, они так с длинными носами, такие смешные достаточно. Везде есть какая-то водичка. Вот смотрите, вот там какой хлос. Кафешек огромное количество, безумно вкусно. Я купила себе попкорн сладкий и ребенку конфету. Очень все вкусное. Вот пока хотела показать маленький кусочек Германии, который есть. То есть огромное количество лавочек. Кстати, вот в Америке мы не встречали просто настолько большое количество лавочек. Здесь прям люди приходят, садятся на эти лавочки, достают свои там из сумок еду и, в общем, кушают. А вот эти, Ярик, это свинья, да, была? Да.
козы какие-то. Пойдем посмотрим, что там такое. Смотри, какая этот из ротанга лежалка, можно полежать. Все ухожено, все идеально. Ну, это парк, это понятное дело. Розами как пахнет. Медовый такой вкус. Но это они все придумали, все это сделали. И ухаживают за этим. Все идеально чисто. Так, тут же можно прилечь, как мужчины, и отдыхать. Везде-везде водичка, везде шум воды. Кукуруза, как я уже говорила, с полей сейчас убирают кукурузу, либо оставляют ее дозревать. Вау, вывес. Ярик, смотри, какой мостик волшебный. Все в воде. Посмотри, какие фонтанчики. Хрюша. И даже вон стоит статуя маленького мальчика. И все равно там какую-то тыковку какую-то положили. Ну, все расписано, написано. Боже, как красиво. Ярик, здесь смотри, какая телега стоит, рука. Пойдем сядешь в руку, пойдем. Такая рука большая. Фонтанчики. Здесь такой мини-парк. Вот это, кстати, это одноразовая у нас. Она не переживает зиму, я тоже сажала такие растения. Но они еще просто зеленые бывают, а бывают еще вот такие вот окрашенные. Люди с собаками ходят очень достаточно много такого зрелого возраста людей. Вау, парк. Садись быстро, садись быстро в руку в эту. У меня, кстати, уже что-то с батарейкой. Почему-то батарейка моя очень плохо работает, и она уже садится. Несмотря на то, что она была полностью... Смотри, кукла стоит движущаяся, Ярик. Ну, здесь, конечно, много американских горок. Не знаю, насколько мне хватит, но здесь огромное количество горок, развлечений. Так что это мы маленький такой кусочек зашли. Вау, Ярик, смотри. Пойдем? Живая музыка, Хлос ресторан, это тоже Германия. Обалденно, рыцарский замок, смотри, Ярик. А мы сели в наземный поезд. И поедем, вот такой вот он длинный. Вот он какой. И поедем. Это была Германия, мы сейчас, а сейчас мы не знаем, куда едем. Это тот, который открытый поездок такой детский. Да, ой, смотри, машина, смотри, Ярик, можно ездить на машинах. Здорово, да? Тыквы, тыквы, все в тыквах. Красивая, такая сказочная, такая домашняя какая-то. Плавают, да, по водичке, Пиноккио. А здесь Ирландия, по-моему, да? Вот слева Ирландия, корабль, Ярик, смотри. Ирландия, да. Вот можно садиться здесь с семьей и кушать то, что вы взяли. Ресторанов очень много, кафе огромное количество. И все сделано в таком сказочном стиле. Вообще здорово. Американский парк, я все сравниваю. Он такой, у него просторы, все так круто. А это такой домашний какой-то, такой в европейском стиле. Ярик, смотри, какой трактор из тыквы. Смотри, вот. Смотри, какой интересный. Это пираты. Пираты. А вот вода, поезд, да. А это Хэллоуин. Карета с лошадьми. А это, смотри, Хэллоуин, да? Или что это? Какие-то страшности. Не успеваю камеры переводить. Так, это что-то Амадскайс, не знаю, что это написано. Я думаю, здесь Хэллоуин будет очень весело, тоже какой-то замок. Ярик, смотри слева что, автобус, это Англия явно. Смотри, автобус какой, аттракцион. Вон, поднимается и пускается. Да, Англия. Здорово. Здесь не знаю что. Виктория Стейшн, здесь еще остановка, можно сесть, это английская. Здорово. Двинулись мы с Испании уже дальше. Магазинов здесь огромное множество. Да, тоннели, смотри сколько. Как классно, и цветочки здесь растут вам. Смотри, Plaza de Toros. Дон Кишот какой-то. Тоже Испания. Ух ты. Вау.
театра Популар. Лошадями пахнет. Надо подниматься к ёлке, наверное. Да. Надо лишь наверное, вот можно перекусить. Да. Ярик, мы сейчас, знаешь, куда? Посмотри, Авендук, или как он называется? Короче, ты меня понял. А, смотри, там будет... Фух, в воду. Там ёлка. В воду прям прыгнули. О май гад. Там прям волны. Волны, Ярик. Я хочу туда пойти. А вон еще есть такой поездок. Это как в Японии. Монорельсовый. Огромный осел. А это что такое? Это уже что-то было, не посмотрела. Огромный осел. Они к Хэллоуину готовятся, поэтому так много скелетов. Вот это Руслен. Это Россия почему-то. Я не знаю почему. Бешеные горки хватает. Да, бешеные горки. Ярик, смотри, они летят, смотри. Они там летят. Ярик, смотри, вон они, наверху, смотри. Написано, да, космическая станция Мир. То есть это в космонавтике посвящено. Остановка еще одна. Это Россия. Смотрите, куда мы заезжаем. Боже мой, это сказка. Боже мой, водичка. Боже, у меня слух. Ой, звуки. Обалдеть. Боже мой. Кстати, еще такой момент, что разница между парками различная. Например, я постоянно говорю про американский парк. И он сделан более таких гигантских размеров, все такое расширенное и масштабное. А здесь такой прям маленький сказочный мир. Он больше для детей, посмотрите, для небольших детей. А там все рассчитано на каких-то взрослых достаточно людей, которые ну, такие прям пришли отрываться. Ну, скажем, тоже есть такие прям супер-супер гонки, но это в большинстве акцент идет на небольших детей. Это мы в Ирландии, смешные козы такие. А вон кушает бабулька одна. Замок, большой корабль для детей, лазилки. Ярик у нас туда пошел. Так, здесь у нас что? Я, кстати, снимаю на другую камеру, и вы мне расскажите, как качество. Потому что там я просто села, и будет интересно, если честно, услышать ваше мнение. Должно быть безумное, красивое, классное качество. Вон Ярик туда пошел, где-то там он. Мы сели в английский автобус! Так прикольно, если честно. И младшим, и маленьким, и детям. Класс! Ух! Так, лазерная комната. И что здесь надо пролазить? Ой. А еще один лазер. Блин, я с фотоаппаратом, с камерой. Это жесть. Так, еще один лазер. Так. Ой, боже мой. Короче, здесь прикольно. Друзья, это было очень круто. У меня рюкзак сзади, камера, поэтому задевала. 4 лазера. Но это было реально классно. Ух ты! Да, ух! Ярик, он большой. Hello. Здорово, просто нескончаемый парад. Эльфы, смотри, идут, все идут. В общем, каждый уголочек здесь просто безумно интересный. Сказки всевозможные. Рассказывают, плавают. Ну все вот как раз для нашего такого возраста. Мы зашли в мир, Артур называется. Беги. Здесь катаются вот среди всего. Какие-то входы, а вот вход. Боже мой. Бутик, магазин Артур. Слушайте, реально, я в шоке от этого парка. Здесь можно поесть.
катаются. Прямо надо мной. Классно. Вообще круто. Класс, я тоже хочу вот так. Это нереально круто. Все сдается, очки, сумки. Все это сдается в отдельную кабинку. И вот так это все внутри устроено. Ничего с собой нельзя, то все слетит. Ой, не знаю, снимать буду или нет, страшно. Я боюсь таких штук. Но это круто, такая движущаяся дорожка. Подожди, подожди, у нас очередь. И вот ты садишься, быстренько бежишь. Ярик, я тебя подсажу, ты сядешь, потом... Она вот сюда ближней хочет сиденья, видишь? Это мега круто, нельзя снимать, но я быстро-быстро засниму здесь эти все штуки. Мед, мед нереальный. И они нас сейчас быстро повезут куда-то. То есть это все настолько быстро, она летает, это все мега круто. Положу камеру, запрещено. Ребят, здесь так круто, вы даже не представляете. Я настолько вообще большой бонизум. И здесь просто нереально круто, потому что, не знаю, вот ребенку 5,5 лет, ему понравилось. Ребенку 10 лет понравилось. То есть, в принципе, реально все. Единственное, что снимать, конечно же, нельзя, потому что просто все у вас... выпадет в один прекрасный момент, когда вы вот сюда вот на улицу вылетите. Она, конечно, просто крутит. Кроме всего прочего, еще здесь есть такие иногда прикольчики. Ярик, он побежал. Кстати, здесь есть еще вот такие вот развлекаловки, я бы так сказала. В общем, стоять долго, но оно того стоит. Я не поехала, потому что поехал папа наш. Так что, ну, это очень весело, с горы, с большой очень весело. Вот на таком поезде мы поедем туда, вперед очень быстрый. Это мы уже в Испании. А, и здесь такая большая, огромная просто качель. Пошли наверх. Все, сейчас поедем. Такая штукенция. Короче, здесь все такие экстремальные достаточно аттракционы. Вау! Финчики, кораблики. Но она очень серьезная. Этот спуск этот. И вода везде брызгает. Но я, честно, я на нее не пойду. Так что мы пойдем дальше. Она такая ладень. Это мы пришли в Исландию. Острова исландские. Ой, на самом деле столько всего, что я вам не смогу все показать. Настолько все круто. Кстати, мы здесь покушали. Там возле грибочка, где мы были. Очень вкусно, правда. Ой, ну здесь прям... Уже устали мы фотографировать и снимать, в общем, на целый день, вам, поверьте мне, хватит времени. Мустанг, вот все куда-то идут. Здесь такая деревня. Так, не пойму, мои пошли на кораблик, я пойду их искать. А вот что я еще хотела показать, это Газпром. Видите там название? Газпром. Вот так. Вон он. Так, что и здесь нас. Так я не нашла, где вот этот зайти вот через эту решетку, через эту сетку. В общем, это Исландия и Скандинавия. Мы на плюшках поплыли. Сейчас будет ух! Надо камеру прятать быстрее. Это самое крутое, что может быть. Мы все мокрые полностью. Смотрите, вода еще идет. Мы просто насквозь мокрые. Ай, посередине вода на меня. Это уже нас поднимают. Да, ребят, приключения, просто слов нет. Посмотрите на меня. Я сейчас так пойду. Сегодня температура, кстати, не знаю, 20 градусов, наверное, максимально. Я полностью вся мокрая. Это вот после этих плюшек. Так что надо одеваться конкретно, готовиться. Волосы мокрые. Такой поток воды. Почему-то на меня, именно. Мы пришли в Россию под названием Россия. Ну, здесь какой-то смешанный, но, в общем, вот это станция российская. Это Россия, мы проезжали, да. Такие какие-то башни, не знаю, с чем они связаны, почему с Россией, но связаны с такой вот крутилкой-вертелкой. Да, и здесь, смотри, стоит что? Огромная ракета. Ракета как она называется? Станция Мир. Это станция, космическая станция Мир. Ой, российские всякие штуки, музыка, еда. Это на те штуки. Ну, здесь каких-то космонавты. По-моему, это не русские, Залетин. А, Сергей Викторович, да, вот они и есть. Что, Ярик, сюда надо зайти. Это мы в ракету зашли. Ну, туалет. В ракете, куда они, видимо, вылетают. Какие-то кнопки, ну ничего себе. Кстати, настоящий, что ли, я не пойму, смотрите. Настоящий корабль, интересно.
Космонавт летает. Обалдеть. Вот так вот он вверх ногами летает. Вверх ногами. Там много всяких корпусов, как станция Мир. Ну, как она в действительности есть, так она здесь и показана нам. Ярик! Куда-то он убежал. Компьютеры. Это вот типа Землю мы наблюдаем. Ярик, не уходи далеко. Там еще что-то. А, вон там что-то можно посмотреть. Ну, в общем, ходите здесь и крутитесь, и смотрите. Такой звук классный. Русское катание. Ярик, это выход, вон вход. Пойдем на санях покатаемся. Русское катание на санях. Пойдем сюда, вот вход. И наши колокола. Пойдем на санях кататься. Вот в такое понимание катания на русских санях. У нас европейские, немецкие, вернее, так видят. Немцы, в общем, так видят. Я уже устала. Наше катание на санях очень медленное. С русской музыкой, со снеговиками. Пахнет снегом. Пахнет смотри, снегом, да. Да, сказка, да, такая? Вау. Всем привет! Привет всем. Мы в Италии. И пойдем кататься на вот этих штучках. Точно, Италия. Если бы не тыкву, вообще дух итальянский. Класс, Венеция, Ярик, помнишь вот эти вот сваи венецианские? Да. И музыка такая. Венеция, Италия. Привет. Катайся. Привет, всем привет. А, ну замедляется реально, если не крутишь, да? Чем быстрее крутится, тем оно это. Крутим, 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 крутим. Ау! А вон мы на лодочках там плавали, помните? Да я кручу педали. Класс. Друзья, буду заканчивать свои видео. Если вам нравятся такие видео, такие экскурсии, сбрызгивайте. То не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всегда приятно, когда идет обратная связь с тобой. Так что желаю вам всего самого наилучшего. Обязательно побывать в таких парках тематических. Это очень весело и взрослым, и детям. Я молчу про ребенка, я сама в шоке, если честно. Я сама в шоке от всего, что здесь есть. Сейчас очень интересно, что дети уже выросли. И действительно безумно интересно стало. Поэтому хочу дождаться, когда она упадет, эта лодка. Да, очень советую вам Европа Парк. Побывать здесь летом. Возьмите с собой обязательно дождевики, вот эти вот легкие, которые есть пластиковые, они вам не помешают. С вами была Василиса, всего самого замечательного. Пока-пока! Друзья, что я вам еще хотела рассказать, показать, это вот такие номера, которые... Почему я номер показываю? Потому что нам он действует, наш чемодан. Нам он очень понравился, это одинарный номер. Отель я вам потом там где-то внизу покажу, потом, в общем... Сейчас даже не знаю название какое. Какое название здесь? Ой. Рэбсток. Очень понравился. Очень хороший. Кстати, смотрите, стаканчики Икея, да? Очень хорошие хозяева. Сделано все со вкусом. Мы даже решили здесь остаться на мой день рождения в ресторане посетить. Потому что реально он... Ну, все сделано прям, знаете, прям как... Прям здорово сделано. Сейчас я выйду на улицу, вам сейчас покажу. Прям все с таким вкусом. Поэтому я так немножко покажу. Это не реклама, ничего. А просто... Люди из Карловых Вар, кстати, купили здесь отель. Вот я сегодня такая блестящая. У меня такие тапочки блестящие. Вот, так что я вам решила в конце видео. Посмотрите, как все сделано на всех этажах. Прям все очень приятно. Так что, если вам нужно где-то здесь остановиться, я бы вам советовала это гостиница. Это не апартаменты, это гостиница. Ничего себе. Да, решили вот реставрировать. Купились на цене. Ну вы так реставрировали прям от души, я вам хочу сказать. Не, номера шикарные. Мы завалили все и построили новое. А, вы даже и так. Крыши, ресторан. А завтрак здесь где-то, да? Да, с 79-го года. Тут оригинальный камень, который как бы 1579 года. Ничего себе. Это мы куда-то спустились вниз, а там еще этажу, вниз. Этажу вниз. Это тот вход, это парковка внизу. А, как, слушайте, какая все.
Вы, конечно, вложились, если честно. А там погреба, да? Ну, не погреба, но он уже не сделан, вот, которому почти 500 лет. Вот этим дверям. Боже мой. Ничего себе. Боже мой. А там вино хранили или что-то? Ну, вообще, это помещение раньше принадлежало церкви, которая рядом стоит. Вот так, никто такого не покажет. Никто такого не покажет. Ничего себе. И что они сделали в этой церкви? Они как-то какими-то ходами внутренними соединялись. Где эти ходы, непонятно, но мы в прошлом году откопали здесь один колодец. Но вот это был старинный рыбшток, да, вот он как бы перекликался, это был нижний шлюз, нижний этаж, замок. А, замок, да. Замок, шлюз, это замок, замочек, ну, на чешском языке. Иду. Мой мэр там сам.